кто как испортил. Например, через час. Через час? Ну, может быть, через два? Может, через два. Через два, хорошо. Ну, а что сейчас? А сейчас? А сейчас давайте-ка хоровод крутанем, а? Давайте, давай, смелее становись, люд честной, в хоровод расписной да удалой. Ему хоровод дело полезно для суставов, для костей, для иммунитета и общего самочувствия. Почему вы такие здоровые-то? Потому что постоянно хороводы крутим, честное слово. Может, прям хоровод в хороводе сделать, если кто смелый? Ох, лепота. Глядите, вон, эти уже накрутили тут. Ох, лепота, сейчас будет